там еще живой, да, обычный цвет. Да. Че это, кто это сделал сейчас? Кто тут? Хайло раскрыл хавальник свой. Ой, подожди, подожди, это турей. А я и забыл совсем. Так, вот тут тоже какая-то пушкенция. Вот это я помню, да, она офигенная, по-моему. Ну, мощная. Давай, пробегай, 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 пробегай. Я сейчас сдохну. А как же мне без взломать-то ее, если я должен видеть, по-моему, да? Или не обязательно? По-моему, обязательно. Может, где-то подзарядиться тут надо? Пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Ну так, никак. Нет, смотри, он меня видит, гад. Что это за автонаводка вообще? Читерская. Как же мне, я... Никак, да? Необходимо видеть цель. Вот и все. Легко, а чё? Ой, чуть не упал. Нормально. Ну все, можно идти дальше, вперед, туда, к цели. А цели-то у нас нет, нифига. Да. Подзарядиться наверху, что ли, можно было? Так, тут у нас кто еще? Да, вон там подзарядиться можно. Так, цель у нас есть. Вот она. Цель. Целюшка. Здесь надо зарядиться сейчас. Да. По полной. Как зарядиться? Перезагрузить. Взять. Странно, что-то не могу я зарядиться. Ну, фиг его знает. Вот что тут написано. Ну, не знаю. В общем, какая-то хрень. Ладно, бежим до цели. Что-то тут уже какая-то это самое... А, мозг цефов. Ну все, короче, это, наверное, финал. Может, и вряд ли. Все, я подошел, да? Меня она не убьет? Ну, я подошел, дальше твои проблемы, пророк. Так, что у нас тут будет сейчас? Посмотрим. Проблеск будущего. Вот, понаблюдать. Что для этого нужно? Я должен стать более сефом, чем сами сефы? Что ты тогда будешь делать? Чё? Почему ой, бы тебе ой. Не встретиться со мной лицом к лицу? Надо их помить. Ну, месит он их, нет? Вроде нет. А мы около... Мы, у нас энергии, да, бесконечно? Нет? Мне кажется. А, да, смотрите, патроны вроде не стекают. Что произошло? Что произошло? Может, еще какой-то режим? Вот это давайте. Своим же оружием. Я его долблю. Его же оружием, по-моему, да? Да, к сожалению, исчерпан. Ну завались-то уже. Сила. Мне нужно больше. А где я тебя возьму? Туда, что ли, подойти? Подожди, а куда нам надо? Нам туда 118 метров. Проникнуть глубже в пещеру. Ну. Бам! Все, хана, нет у нас пушки. Ой, 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 ой. Надо, может быть, знаете, что я подумал? Надо, может быть, пытаться вот туда проникнуть. Вот в эту вот к этой вот батареечке. Может зарядиться как-нибудь, нет? Заряжается? Ну, вроде да. Так, вот этот сейчас перец к нам подойдет. Давайте лучше так вот будем с ним поступать. Ну, жалко, что это оружие такое. Ну, зарядил и бам! Выпустил. То есть не по клику мышки надо. Стрелять он автоматически долбит. Вон он.
Подожди, я не это хотел. Я вот это хотел. А, все, он сдох, да? Ну, шикарно. Где тут еще кто? Вот он там. Ну-ка, достанет до него там, нет? Где-то он вот там, да? А, подойдем к нему. Ну-ка, иди сюда. Я его даже не пойму, где он. Ну давай, чуть-чуть еще. Сейчас зарядимся. Наверх, что ли, подняться туда? Давай поднимемся вот сюда сейчас. Тут тоже можно заряжаться. Все, достал. Сейчас этим будем. А, ну все. Это я его достал. Все, двигаемся к пещерке. Вот так вот. Потихоньку, помаленьку. Но зато у нас есть энергия наша. Броню, кстати, можно выключить. Луч свободы 61%. Пик мощности горла гипертоннеля. Максимальное расширение. Корабль ксеноцефов ожидается через 25 минут. Мы запустили необратимое изменение. Качнул злом, что ли? Другого выбора не было. Мы должны были стать ими. Так, что тут у нас? А что это у нас? Какая-то снайперская винтовка, да? Ну, вроде нормально, что у нас по урону. Да, неплохой. Угу, понятно. Берем жниц, я забыл, как эту штуку, миномет. X-Pack. X-Pack. Там ничего не пропустил? На, наверное, ничего. Ладно, погнали, вперед. Может, что и пропустил. У нас контрольные точки тут одни. Что это было? Куда он провалился? Чуть не понял вообще. Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Где? Что-то там дополнительная какая-то цель. Блин, ну их тут полным-полно, я смотрю. Там еще какой-то ходит робот. Это еще падла. О, турель можно против них всех настроить. Да, по сути-то. Так-то, если подумать. Так, сейчас вот луком бомбанем вот этого. Дебил, луком. Ну-ка, бабах. Так. И все. Дальше берем пинч. И да, вниз что спуститься. Давай, проверяй, что там с твоим. Плохо стало ему. Вызовите скорую цеф. Угу, того тоже не надо. Ну, боюсь, не долетит, правда. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не потерял ушечку. Мало энергии. Сейчас, подожди. Опа, он дохлый. Было бы не очень приятно, если бы он был живой. Это что, у него пушкинца такая огромная? Ну да, типа того. 74. Пик мощности. Корабль 20 минут. Ну, бляха ты муха. Давай, взламывать можно? Ну? Нет, нельзя. Пока что нельзя. Ладно, подойдем. Даже не знаю, кто меня тут спалит. Вот этот вот. Засранец. Но мы его сейчас луком шарахнем и все. Блин, да завались ты уже, возьми ты ее. Энергия. А кто меня спалил? Ой, что произошло? Меня убили. Ну ладно. Ой, ну нафиг. Не буду я взламывать турель. Так. Так, не понял, где я. А, я знаю, где я. Сейчас заново всех отдать. Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Так. Где уязвимость? Ты мне покажи, блин. Так. Вот это что ли уязвимость? Разум. Какой разум? Я не знаю, о чем он говорит. Мне пофиг. Давай, я буду бомбить.
вот это сейчас используем оружие, нафиг его тогда выкинем. Да, вот там вот полно их, я смотрю, перцов. Все, пушек, патронов нет. Да, выкидывай, отлично. Теперь берем снайперскую. Давай, невидимку врубай. Кто там? Бах, первый бах. Че, слабый такой урон. Ну-ка, давай. Давай, ну. Че такое, не понял. Ой. Че, даже на нее не действует? Ну-ка. Все, вроде подействовал. Там никого, да? Угу. Будем дико месить их. Давай, ну-ка. Давай последним патрончиком. Давай, давай, поворачивайся задом. Все. Жопа. Шутка. У нас еще есть вот это. Эй, что это? Ну-ка, подожди. Блин, где мой... Вы что, охренели? А где этот, как его? А у меня еще вроде какая-то пушка была. Что за бред? Я ее, наверное, заменил случайно. Ну ладно. Будем с луком бегать, что нам остается? А, подожди, вот тут вот есть где-то, наверное, пинч, да? Где-то он тут. Нет, нет его, не знаете. Ну, вот тут вот что-то есть. Да, хрень какая-то. О! Красавчик. Так, чё, он не сдох? Вы чё, офигели, что ли? Ну-ка, бам! Отлично, меткое попадание. Давай теперь свою пушку. Нет у тебя? Ну ты вонючка. Нет, так... А, или есть, подожди. Хрен уже, наверное, нет. Все, идем дальше. Это не настоящий, ну, в смысле, он сдох. Бамс! Все, минус. Даем минус. Так, это вообще турель, нафиг ее. И не надо сносить. Лучше, наверное. Это еще кто? Это смелый у нас кто-то, да? Смелый. Смельчак. Так, вот у нас какой-то агрегатик тут нарисовал. Ой, это опять турель. Ой, ой, а кто палит-то? Стоп, стоп, стоп. А, вон. Блин, да чё за бред? Неужели так сложно, а? Как-то сносит меня быстро слишком. Я не знаю, где уязвимость, о чем он говорит. Какой? Вот это что ли уязвимость? Что это такое? Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Как? Как ты можешь использовать силу против них? Загадками хреначит. По-русски говори. Ну, в смысле, по-понятному. Вон ту штуку надо, например, взорвать, тогда все будет отлично, да? И все, я понял. Я понял, я сделал все. А так, будем долбить, что я могу сказать? На, первый минус. Что там еще? Так, вот этих, на этих надо сейчас вообще вот... Бам, ему вообще пофиг. Может, турель снести нафиг, а что он не мешает? Или ее нельзя снести? Можно, что нельзя? Вот тут гады какие-то сидят. Ну-ка, давай, высовывайте башку свою. Фиг попадешь еще в них. Ну! Ну, ё-моё! Ну, что это, блин, а? Ну, цикло, ты посмотри на них. Ой! Ё, ты что тут забыл-то? Так, идем. Это кто сделал? Садил кто-то мне так хорошенько. Наверное, снайперская какой-нибудь. Может, опять же, та же турель, нет? Та же самая турель. Попрятались, засранцы. Ну, ладно. Посмотрим. Да кто палит? Ёптовый, вы видели это? Что происходит? Мне это бесить начинает. Как-то бред какой-то вообще. Вот, смотри, один я вижу. Бам! Бам! Что, без толку им, что ли? Не пойму. Без толку, наверное. Не, не без толку. Я вроде по нему попадаю. Текстуру долбит по... Ёхой, это еще. Как он тут оказался? Ну, раскрой. Жало.
Давай уже, он горит, наверное. Чё, никак? Ну все, нормально, чё. Так, а это чё, в текстуру попадает? Не понял. Наконец-то, блин. Все, патрон нет, да? Ну, выкидываю в жопу тогда. Далее, кто-то у нас. Еще один перчик. Все, минус дали. Во-во-во, патроны, смотрите. Нормально, чё, стрелы. Вот, пушки какие-то. На, ну это гранатомет. Ну, тоже круто, чё. Все, вот просто сразу не увидел. Давай-давай, залез. Дальше, берем пинч. Только ту пушкенцу не выкидывай, пожалуйста. Берем невидимку. И внимательно, внимательно смотрим, кто нас долбил в тот раз. Я не понял, но покуда у меня, откуда у меня урон шел. Вот, все гораздо проще, чем кажется. Блин, нам туда переть, что ли? Вообще написано туда, главная цель. Это, видимо, что-то там забыл. Подожди, я еще не все сделал. Ой, а что это они тут забыли? Посмотрите-ка на них. Это кто сделал? Вот кто это сделал? Турель. Турель опять, падла. Ты посмотри, что творит. Сейчас взломаем. Ну-ка, взламывай. Чпоньк. Так. Все, взломали. Куда нам? Так, я помню, куда. А это что еще раз? Так, ладно, неважно. Блин, ты охренел. Невидимку врубай. Где турель? Вот она. Пожалуйста, взломайся. Все. Турель наша. На нашей стороне. Здесь патроны нам пока не нужны. Ладно. А, стоп, стоп, стоп. А там что я забыл у нас по дополнительной? Отключите охлаждение, чтобы выключить турели. Вот, найдите источник. Найти источник локации. Сел. 70 метров. Но если там никого нет, то, в принципе. Турели выключить, да? И там кто-то есть. Ладно, давайте глянем. Пинч на пинч меняю. Надеюсь. Ой, ёкарный мамай, нафиг их. Нафиг. Тихо, бронь врубай и валим. Турели, с турелями, не знаю, разберемся. Наверное. Вы видали эту хреновину? 74. Пик мощности. Корабль. Подожди. А где турель? Сдохну, что ли? Так, а я тут не разобьюсь, если я прыгну. Что там 74-то? Ой, ой, кто там палит меня? Сейчас броню восстановим. Подожди, где турель? Так, а штука... А, можно взломать. Тихо, быстрее, быстрее, там кто-то меня палит. Быстрее, броню врубай. Кто палит? Он покраснел уже, давай. Или это значит, что он меня увидел? Да, он меня увидел. Все, он меня теперь не видит. Не увидит никогда, давай. Ты что тут встал? Не надо здесь стоять. Все, я у точки, да? А я правильно делаю вообще? Что там? Тихо-тихо, подожди, подожди. Что там позади? Подойдите к устройству. Ну, я подошел. Все. Контрольная точка. Не просто костюм. Наконец-то, блин, ну три раза не мог пройти. Что-то в тебе есть, пророк. Что-то, чего цепи никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Яиц! Вот чего. Ты пытаешься мне что-то сказать, да? Думаешь, зарядка нанокостюма не повредит тебе? Смотри сюда! Ты вовремя сказал вообще. Давай, зарядка. Она бесконечная, да или нет? О, миси-миси вот этого жирного, давай. Отлично. Следующий, перец. Где еще? Вот он, гад. Завались, урод. Все, пока никого не вижу. Так, метим, метим цель. Метео цель. Так, вот тут перец один, давай. Ожидаемый пик мощности. Тахионные частицы. Чем, блин?
Примерно 15 минут. Расчленил его вообще в хлам. Что-то тут забыл. Там еще кто-то нафиг их. Давай рассматриваем тут всех. Нам по-любому туда идти. А, подожди, я не туда пошел, нам вот туда. Все, внешний источник исчерпан, к сожалению, нам. Ну, поблизости должен быть еще один носитель разума. Чуть не взорвался, а? Да ты че? Ой, бегут, бегут. Подожди. Надо сейчас рвануть их. Я немного припоздал, правда? Или нет? Или не припоздал? не припоздал, зацените. Нормально, что? Так, внизу один и полно всяких цефовских оружий. Цефовских. Давай. Давай, делай, что ты там обычно делаешь. Но ты уж точно больше не человек. У тебя нет имени. Это вообще человек? Комбинированный. Иисус, только взгляни на себя сейчас. Взгляну. И похвалюсь. Чё? Ой, дичайший замес, ребят. Думаешь, я сломаюсь из-за того, что столько потерял? Да? Я покажу тебе, на что эта машина способна! Итак, мы продолжаем. Обернись! Красный, как там тебя? Ладно, идем дальше. Вот здесь у нас сейчас будет дичайший замес. Ну каково чувствовать себя читером? Подожди, а нам, я не пойму куда. Нам 161 метр. Подожди, я не пойму, кто тут. Откуда кто палит? Кто там пердит? А, вон они. Неси, а не жалко потом. Да нагнись ты вниз, блин. Как тебе спуститься-то? Ой. А, ну даже так можно. А кто палит? Тут еще, да? Это рычит, я слышу. Пердит, я бы даже сказал. Ой, вон тот жирный. Давай, жирный. Ой, мочи его, пожалуйста. Все, он сдох. Да, вроде он сдох. А нам куда, я забыл? Блин, я опять забыл. Вон туда нам. Ой. Что-то я как-то это самое тороплю. Ты уж точно больше не человек. У тебя нет имени. Это вообще человек? Это что такое? Где Иисус? Только взгляни на себя сейчас. Это что? Это что, баг? Вы чё гоните? Думаешь, я сломаюсь из-за того, что столько реально баг потерял? Да? Вы чё? Я покажу тебе, на что эта машина способна. Вы чё гоните? Чё это такое? Это как понимать вообще? Подожди. Вы чё, вы гоните? Не, реально, чё это такое? Вот это вот чё это такое? Баганное говно. Я вот помню, было во втором крайзе такая же фигня, когда там дох и не мог дальше пройти. Это вообще, ну это что? Что это? Меня глючит? Подожди, я, конечно, Не, ну меня точно... Блин, это бред. Ах ты сраная... Ты посмотри, что творит, а? Так... Как там? Так, настройки, управление, график, управление. Так, основное, блин, натри. Клавиатура. Так, нано-костюм, техника. Да пошел ты в жопу. Все, ребят, до скорых встреч, надо игру перезапускать. Вообще охренели просто. Слов нет просто никаких. Ну это, ну нафиг.